Перед началом видео хочу попросить вас, если у вас есть вопросы, задавайте их прямо сейчас для рубрики «Вопрос-ответ». Приятного вам просмотра. Всем привет, друзья, с вами я, Влад, и вы на канале Clay Hobby. И в этом видео по вашим просьбам я буду лепить Фази и Дону из игры Зуба. Ну а перед началом ставьте лайки, напишите вашу идею, ну а также подписывайтесь на мой канал, для того, чтобы вам было приятнее смотреть. Ну а я тем временем уже начал лепку. Друзья, хочу поговорить с вами о идее. Спасибо вам огромное, что оставляете идеи под моими видео. Но когда вы оставляете идеи, она остается лишь идеей, ребята. Если я могу сделать эту идею, то я, конечно же, сразу берусь за дело. Если я смотрю, что у меня не хватит пластилина или что-то другое, по другой причине я ее не могу сделать, я не делаю. Простите меня, если я не исполню вашу идею. А также спасибо вам огромнейшее за безумный актив в прошлом видеоролике, ведь за один день мы уже набрали 100 просмотров, и сейчас под этим видео уже где-то 130 просмотров или 120 просмотров. А также почти 40 лайков. Переходите, пожалуйста, по ссылке в описании, помогите мне добить 50 лайков, я буду очень благодарен. Кстати, у нас уже на канале 156 подписчиков. Как я вас просил, к концу лету я хочу набрать 200 подписчиков. И, пожалуйста, помогите мне как можете. Кто как может. Отправляйте своим друзьям, репостом на Facebook, ну и так далее. Спасибо всем за поддержку, за лайки, комментарии, ну и так далее. Ну а я не буду много болтать. Приятного вам просмотра дальше. Зачем же я вставил в видео эту красную кнопку подписаться? Естественно, для того, чтобы вы подписались, я хочу видеть вас, насколько вы сильны. Если мы сможем добить 200 подписчиков к концу лету, я буду очень вам благодарен. Ну а если 200 плюс, то я вообще буду гореть от счастья, друзья. Поэтому прямо сейчас давайте подписку, если вы еще не подписаны. И делайте репосты, отправляйте своим друзьям, ну и так далее. Все, всем спасибо. We'll be right back.
Вот, ребята, какие персонажи из игры Зуба у меня получилось слепить. Если вы хотите, чтобы я слепил еще больше персонажей из этой игры, ну, из какого-нибудь мультфильма, из другой игры, ну и так далее, обязательно пишите об этом в комментариях. Я прочту все комментарии, как обычно. Всем спасибо за просмотр, всем большой удачи, ну и всем пока.